нам вновь дозвонились. Алло. А, здравствуйте, добрый день. Добрый. Бессонов Алексей Борисович. Пожалуйста. Вот проблема нашего города, в том числе автотранспорта, это то, что 20 лет город развивался хаотично. Ничего не планировалось. Сегодня водитель сирота в городе. Почему? Нет хозяева, нет плана, нет команды. Вот я буду губернатором, будет все нормально. Но это не к вам, к сожалению. Мы губернаторов сейчас не выбираем, поэтому все, что вы сказали, как-то вот никуда. Хорошо, давайте вот какой вопрос. А вот по поводу штрафов. Когда происходит какое-нибудь ДТП с участием автобуса, троллей?